Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Чикчили. Тут в грандиозном проекте, который был сдан в 2010 году, продается квартира 5+1, двухуровневая, вот таким видом. Отсюда видно море, лес и также соседнее здание. Тут 22 блока. Самый большой проект, который был построен в Алании. Как бы городок в городке. Тут у нас 4 бассейна, 3 открытых, 1 крытый. Огромная территория. И также есть шаттл, сервис до моря. Расстояние отсюда до воды 2700 метров. Если идти пешком, до воды я отмерил и вам говорю точное расстояние. Квартира пустая, 5+1, шестикомнатная, двухуровневая. Сейчас я вам покажу квартиру, потом спущусь. Мне надо будет пройтись по всей территории, там огромная она. Что успею, то покажу я вам. Все. Так, здесь у нас одна терраса. Открытая терраса. Сторона здесь юго-западная, трехсторонняя. Открытая парковка. Вот это фасад здания. Здесь 22 таких блока. Интернациональный проект. Тут в основном живут европейцы. Так. Это у нас одна комната. Огромная. Жилая площадь здесь 200 квадратных метров нетто, как минимум. Я просто на глаз сейчас говорю, я по квартире еще не ходил. Отопление, трубы уже подключены, вам надо только купить радиатор и установить. Айдат здесь было 430 лир, сейчас, наверное, будет 500 лир в месяц. Или 550 максимум. Вот. Так, идемте дальше. Здесь коридорчик. Тут санузел. Двери лакированы. Тут кладовка. Вот сюда устанавливается бойлер. Стиральная машинка. Так, это спальня, две комнаты уже снял, вы вместо меня подсчитайте, тут как минимум 12 квадратных метров, кондиционер фирмы Siemens, это вторая терраса, тут тихо, спокойно, боулинг есть, гольф есть, все есть тут, вся инфраструктура, что нужно. Вид на горы. Вот еще солнышко светит. Время съемки 11 часов. Или 10:30 час утра. Это третья комната. Тут 13 квадратных метров. Требуется косметический ремонт. Продается по очень хорошей цене. 178 тысяч евро, 5+1, район Чикчили. Сразу сказал цену, чтобы не томить вас, а то закрываете ролик сразу. Не закрывайте ролик, досматривайте до конца, нам это очень важно. Вот прихожая большая. Я сюда еще вернусь, коридор. Раз, два, три. 4 квартиры на этаже, еще лифт. Там у нас теннисный корт, бассейн, вот играет теннис. Вообще все отлично, все хорошо здесь. Так. Там, значит, 3 снял, это 4-я.
Спальня. Лабиринт для большой семьи. Балкончик. Птички поют. Вот садик, беседка, зона барбекю. Территория везде очень, очень огромная. Постараюсь найти ролик с дрона. Здесь у нас устанавливается также посудомойка. Нет, какой посудомойка? Сушилку можете поставить. И у нас пятая спальня. Она побольше. Тут что-то было. Ага, балкон показал. Теперь. Санузел, проточный водонагреватель фирмы Вайланд, душевая кабинка, а здесь у нас гостиная. Вот огромная гостиная, кухню можно как-то отделить, стиральная машина фирмы Арчелик, вытяжка Siemens. Тут французский балкон, удобно проветривать. Там окошко тоже открывается. Здесь застекленный балкон. Я сейчас, дорогие зрители, сейчас спущусь вниз, там у нас большая территория, также открытая парковка, все сейчас покажу. Не закрывайте ролик, потому что вам очень понравится вся территория этого проекта, но я устану. Хотя бы поставьте лайк, так как я старался для вас, хотел показать вам один из больших проектов именно Алании. Все. У нас лифт. Вместимость 4 человека. Так, здесь у нас лесенки. 5 ступенек. Открытая парковка. Кое-что увидел. Там теннисный корт. Ага, шелковица. Звонят. Вот это огромный первый бассейн, который находится внизу. В той стороне зона беседка. Наверху еще два бассейна. Ролик будет длинным, извиняюсь, но смотрите, вы такое не видели. Такая огромная территория, что можно и никуда не уходить. Зона беседки. Там крытая парковка. Гольф, мольф тоже есть здесь где-то. Не помню, я раньше работал у этого застройщика. И тут снимал ролик, там давно снимал. Генераторы тоже есть. Вот еще футбольная площадка, там теннисная площадка, теннисный корт. Бассейн там наверху. Без машины здесь никак. Или надо купить электрический мотоцикл трехколесный. Шаттл сервис есть утром и вечером, кажется, два раза в день. Тут бар, магазин внутри этого комплекса. Все есть. Видишь, под зданием крытая парковка. Там беседка. И-ха!
бар работает уже. Отдыхают, загорают. Вот. Там аквапарк даже есть у нас. Вот там беседка. Тут фонтаны заработают. И здесь, смотрите, проект называется Олив Сити. Подробно можете посмотреть. Горки сейчас чистят, будут заливать. Там еще беседка. Столько всего есть, я уже устал. Сейчас. Вернись, а? Да. Тут ресторан. Зона отдыха. Там крытый бассейн, парикмахерская есть даже, там спа. Работает сауна пятница, суббота, воскресенье с 6 до 8. Массажный кабинет, крытый бассейн, красивый джакузи, бульбулькает там. Еще фитнес где-то здесь должен быть. Я его пока на вот фитнес. Это душ. Фитнес работает. Так. Работает вот такой большой фитнес-зал. Огромный. Много оборудования. Все, что могу сказать. Спа не могу показать, потому что закрыто. Работа с 6 до 8. Пятница, суббота, воскресенье. Все, дорогие зрители, что успел, то показал. Территория очень большая. Если вас заинтересовала эта шестикомнатная квартира, под гражданство она не подходит, так как куплена 2-3 года назад. Позвоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Есть торг. Все, всем пока-пока.